Доброго времени суток. Сегодня темой нашего обзора будет лампа Exoterra Reptile UVB 100, старое название которой Reptiglow 5.0. Итак, зачем нужен ультрафиолет в террариуме для рептилий? Каждому живому существу, человеку и животному необходим ультрафиолет для выработки витамина D3, который в свою очередь синтезируется с кальцием, тем самым помогая организму легче усвоить этот же кальций, который мы получаем из пищи. Недостаточное количество витамина D3 может привести к довольно быстрому нарушению метаболизма костной ткани у животного. В этом состоянии страдает плотность костной ткани и могут начаться другие серьезные проблемы. Симптомы включают в себя отеки, вялость, общую усталость, дрожание конечностей и размягчение костей и даже панциря у черепах. Думаю, многие сталкивались с проблемой, когда у красноухой черепахи, особенно это у заметно водоплавающих черепах, становится мягкий панцирь. Наряду с источником УВБ животное необходимо обеспечить достойным кормом и минеральными добавками с кальцием. В группе риска всегда находятся молодые растущие рептилии, хотя взрослые особи также могут заболеть, если содержатся в состоянии дефицита минеральных добавок в течение достаточно длительного периода. И также подвержены проблемам яйцекладущие самки в период размножения, когда они откладывают яйца, организм использует довольно-таки много кальция. Данная лампочка 25 Вт. Они бывают 25 Вт и 13 Вт. Развернем ее, посмотрим. Это энергосберегающая лампочка с цоколем Е27, то есть это стандартный цоколь, который подходит под стандартный патрон. Как я говорил, они бывают 25 Вт и 13 Вт. 25-ваттная лампочка, эффект ее более оптимальный на расстоянии 40 сантиметров до рептилии. То есть от источника света до рептилии 40 сантиметров. Лампочка 13-ваттная 30 сантиметров, не более. Лампы рекомендуют менять каждые полгода или желательно каждые 4 месяца. Основными характеристиками, не техническими, так сказать, лампочки является то, что данная лампа идеальна для тропических и субтропических рептилий, имеет оптимальный уровень УВБ лучей, помогает эффективно усваивать кальций. Также она излучает УВА лучи, которые в свою очередь стимулируют аппетит, активность и репродуктивную деятельность. Данные лампы сочетаются с другими лампами, например, Natural Light или Reptile Vision. Как я и говорил, самое главное отличие 25 Вт и 13 Вт. 25 Вт эффективно на расстоянии 40 см, 13 Вт на расстоянии 30 см. Для тропических и субтропических рептилий. Данную лампу вы можете посмотреть на нашем сайте zookool.com.ua. Ссылка и описание находятся под видео. Всем до свидания.